Итак, друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале, на канале «Строю дом». Сегодняшнее видео будет посвящено вентиляции. О том, как я ее делал, начинал делать, вы можете посмотреть в предыдущих роликах. А сегодня уже все готово. Одна часть вентиляции смонтирована, вот как вы видите, на крыше нашего дома. Это вытяжной колпак с таким классным шаром, который имеет возможность вращаться, когда есть какой-то ветер, и что позволяет увеличить скорость вытяжки из помещения. Ну и плюс у нас установлены, как я напомню для вас, приточные клапаны в каждой комнате. Это 3 спальных, там по одному окну, соответственно, в каждом окне есть приточный клапан. И плюсом еще у нас сделано 2 приточных клапана в зале в большом помещении. Ну и имеется еще интересный клапан такой вот в... Получается в котельной, но в котельную я его еще не успел поставить, но он туда уже приобретен. Поэтому давайте сейчас пройдем внутрь, я покажу, как же все получилось. Погнали! Дорогие друзья, здесь вы можете наблюдать, как я сделал проход через кровлю, через перекрытие, то есть утепление произошло. То есть я взял минеральный утеплитель, обмотал его вокруг трубы в 2 слоя, после чего замотал скотчем достаточно плотно. Ультрафиолетовых лучей здесь нет, поэтому минимальное количество. Поэтому я надеюсь, что такая форма защиты утеплителя будет работать достаточно эффективно. Так вот, конденсата пока в трубе я не наблюдаю. Соответственно, работает вентиляция правильно. То есть вот это небольшое колено, 2 угла 90 градусов. То есть выбрал оптимальную точку на чердаке для того, чтобы было удобно и монтировать. И чтобы было удобно расположить его относительно ванной комнаты. Таких, напоминаю, вентиляционных отверстий в доме будет 3. То есть 2 санузла и кухонная зона. Возможно, я откажусь от вентиляции одного маленького санузла. Посчитаем кубатуру. То есть я приобрету в аренду или куплю прибор для измерения скорости или объема. Посчитаем, сколько входит при разной погоде воздуха. Посмотрим, насколько много кислорода внутри помещений, то есть насколько эффективно это все. Ну и проведем расчеты, после чего я выпущу уже заключительное видео о постройке вентиляции самым простым и эффективным способом в частном доме. Итак, друзья, наша задача с вами сейчас продемонстрировать или посмотреть, насколько эффективно работает вытяжка нашего дома, то есть насколько мы правильно все сделали. Поэтому я беру горелку газовую, поджигаю бумажку. Мы с вами можем теперь смотреть на пламя, которое вот я подношу внутрь, пламя устремляется, вот сейчас у нас устремляется туда дым достаточно эффективно, то есть тяга есть, тягу видно. Все, поехали дальше, теперь посмотрим, как у нас дела обстоят на приточных клапанах. Погнали! Сделаем пламя побольше. Итак, друзья, давайте переместимся. Вот задуваю, и очень хорошо видно, как дым струится весь сюда, то есть наружу дым не идет. То есть вот, вот видно дым, как он струится. Видите? То есть сейчас каждый клапан приточный будет выполнять свою функцию. И в зависимости от того, насколько мне необходимо или не... Ну, то есть, насколько мне нужна вентиляция в той или иной комнате, я могу сам регулировать приток теплого воздуха или прохладного воздуха, в зависимости от времени года, внутрь помещения. То есть, зимой, конечно, будет заходить прохладный воздух, летом теплый. Все, поехали теперь дальше. Итак, друзья, в качестве завершения нашего видеоролика я хочу рассказать вам о том, сколько же стоит такая самая простая естественная вентиляция. Итак, на всю вентиляцию я потратил 15 тысяч рублей. Друзья, 15 тысяч рублей всего. Из них, смотрите, 4,5 тысячи у нас стоили приточные клапаны. То есть каждый там в районе 450-500 рублей стоил. Их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я купил 6 штук за такую цену. И получается в районе 10 тысяч рублей вышла вот эта вот система с колпаком вращающимся, проходка через кровлю, то есть там 3 элемента, потом 125-я труба с углами, переходниками и удлинителями
монтажная пена и утеплитель со скотчем. Все это вот получилось вот в районе 15 тысяч рублей. И, друзья, как вы видели, реально это самая простая вытяжка, она очень эффективно работает. То есть при скорости ветра сегодня порядка 2-3 метров в секунду всего, то есть порывы там, ну, до 7, может быть, метров в секунду, то есть не сильный ветер сегодня, у нас при этом достаточно эффективно и быстро крутится вытяжка, и что меня очень радует. То есть и самое классное, что помимо, ну, то есть когда был только приток, такого классного ощущения свежего воздуха внутри дома не было. То есть эта система работает уже порядка недели, я туда прихожу, я реально чувствую, что запахов внутри помещения стало намного меньше, то, что дышится теперь легче, и конденсата на окнах, хотя влажные процессы до сих пор идут, конденсата на окнах стало значительно меньше. То есть когда мы закончим все отделочные работы, закончим до конца вентиляцию, то я думаю, что комфорт внутри дома будет на большом, высоком уровне. И при этом цена вентиляционной установки, она относительно низкая. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забудьте про колокольчик. Увидимся в следующих видео, а их будет еще очень много. Всем пока!